Всем салютик, друзья! Вы на канале Кексович, с вами Руди, и я бы хотела рассказать о новых бесплатных лимитках, которые мы с вами можем получить в наш Roblox инвентарь. В общем-то, про те, которые выйдут уже совсем скоро. Две из них выйдут уже сегодня, 6 октября, а также про две лимиточки, которые будут выходить на выходных. Итак, первая лимитка — это вот такие хэллоуинские ночные воздушные шарики, и мне кажется, это очень крутая вещь. Выйдет она сегодня, ребятки, 6 октября. Вот в этом ивенте обнаружен Walmart. Сразу говорю, ребятки, что это ивент только для аккаунтов 13+. Вот в уголочке у меня написано 13+. Если аккаунт меньше 13, вот как здесь у меня написано, то вы просто не зайдете на эту карту, к сожалению. И обратите внимание, что скоро тут еще выйдут вещи. Как получать эти шарики, мы еще не знаем, потому что вещь еще не вышла. Она выйдет именно сегодня, повторюсь, 6 октября. Значит, смотрите, нажмем на этот синий значок внизу и потом на этот значок квесты. Далее здесь нажимаем на значок зонтика, это у нас бесплатные лимитки здесь. И вот тут, смотрите, у нас сами лимиточки. Так, вот это уже получить нельзя. Вот, смотрите, тут написано, через 14 часов выйдут эти шарики. Ну, вы сейчас зайдите, посмотрите, сколько у вас там будет времени, через сколько часов, чтобы подгадать, чтобы успеть зайти именно в это время. Зайдете, нажмете на эти шарики вот тут, и здесь будет картинка шариков, а здесь будет задание, что нужно сделать, чтобы их получить. Просто переведите с английского, и вы узнаете. Задания обычно дают легкие, очень простые, и их быстро сделать. Главное понять, что нужно сделать. Я уже не успею про это снять видео, потому что, скорее всего, лимитку разберут. Я обычно пишу в сообществе, пишу, что там нужно сделать, ну, либо в закрепленном комментарии тогда напишу. Но когда задание выполните, нажмете туда же и запросите свою лимитку. Следующая лимитка у нас будет в этом ивенте от Paris Hilton. Выйдет она сегодня в 7 часов вечера по московскому времени. И это вот такие вот розовые нарукавники, они очень прикольные. Или перчатки, как они называются, ребятки? Кто знает, пишите. Выглядят достаточно интересно, и можно придумать какой-нибудь с ними скин. Итак, давайте примерно разберемся, что тут нужно делать, потому что, мне кажется, задание будет простое. А нам пишут, посмотрите фотографии своих питомцев в вашей гримерке. Этих перчаток, пишут, будет всего 10 тысяч копий. Ну что ж, давайте отправимся в нашу гримерку. Это то место, где вы вообще спавнитесь, наши апартаменты. Так вот, в этих апартаментах у нас есть гримерка. Смотрите, она находится вот здесь. Такая розовая дверь, мы сюда заходим. Давайте нажмем на кнопочку. И да, далее, ребятки, я не могу сказать, что точно нужно сделать, потому что лимитка еще не вышла. Но вот здесь, посмотрите, на стене висят фотографии с вашими пэтами. То есть у нас задание «Посмотрите фотографии с пэтами». Я посмотрела. То есть, возможно, будет здесь кнопочка, и нам нужно будет нажать на эту кнопочку. Либо здесь нужно будет найти эти фотографии. Но, в общем, ориентируйтесь по этой комнате, по этой стене. Заходите сегодня в 7 часов по московскому времени в этот ивент и смотрите точное задание, которое тут появится. Я, возможно, закреплю также в комментариях под этим видео, когда узнаю задание. Если у вас нету пэтов, то вам нужно будет пройти туториал. Я помню, что после того, как вы проходите туториал, а он заканчивается именно тогда, когда вы покупаете себе пэта, если что, покупают пэтов вот тут за вкусняшки, а вкусняшки за кристаллы. Так что, ребятки, будем ждать задания в этом ивенте. Следующие лимитки у нас выходят вот в этом ивенте, ребятки, тоже посвященные Хэллоуину. Тут очень прикольненько. Давайте зайдем, там тоже несложно. Давайте подойдем сюда, и здесь у нас вот такие лимитки. И, кстати, написано, какая лимитка когда выйдет. Вот, допустим, крылья выйдут через 18 часов 50 минут. Вот это хорошо, что идет отчет времени. Чтобы получить эти крылья, мы должны войти в топ 2000 игроков к тому времени, как эти крылья разблокируются. Ну а чтобы оказаться в этом топе 2000 человек, мы должны с вами набирать очки, зарабатывать, точнее, баллы, чтобы мы туда вошли, в эту таблицу. Для этого мы будем играть с вами в две мини-игры, а также крутить колесо. Значит, первая мини-игра, вот она, вы сюда подходите, нажимаете и ждете, когда еще придут нужное количество игроков. А также есть вот такая мини-игра, идете сюда, и здесь тоже нажимаете и проходите, и зарабатываете очки. Ну а вот тут есть колесо фортуны, на которое вы можете нажимать один раз в день, просто так. И вам тоже тут выпадают очки. Я сейчас заработала 1000 очков, посмотрите. И у меня наверху вот они добавились. Может, еще раз покрутить колесо фортуны, если вы здесь на танцполе найдете значок. Смотрите, я хожу по этому полю, и тут у меня мелькает колесо. Становлюсь на этот квадратик, и автоматически колесо еще раз крутится, и я снова зарабатываю баллы. И так можно каждый день по одному разу. Вот так играете, зарабатываете очки, и потом, когда разблокируется предмет, вы приходите и проверяете, будет он ваш или нет. И следующий лимит, который
которые у нас выйдут на этих выходных, а именно 6 и 7 октября. Это вот такой мышонок, он, по-моему, будет в субботу. И вот такие ушки Чака, ушки мышонка, будут, по-моему, они в воскресенье. Получать их в этом ивенте, ссылочка на название, как всегда, в комментариях закрепляю. Обратите внимание, что тут каждые выходные будут разыгрываться лимиточки, посмотрите. Вот суббота, воскресенье и дальше тоже суббота, воскресенье через неделю. И еще суббота, воскресенье еще через неделю будут лимиточки. Итак, давайте нажмем на значок Free UGC, вот где мышонок. Нажимаем, и здесь нам показывает, что мы должны крутить колесо фортуны. Снова крутить колесо. Во-первых, погнали в это место. У нас тут есть такой телепорт с мышонком. Наступаем на него и телепортируемся. Вот стоит колесо, которое мы должны с вами будем крутить. А один спин колеса, одна прокрутка, стоит 500 билетов. Также здесь идет отчет времени, когда разблокируется лимитка. Один день, 11 часов, 32 минуты и секунды. Как только она разблокируется, нужно будет крутить колесо, чтобы успеть забрать, потому что одна лимитка 1500 копий. И также написано про вторую лимитку, также отчет времени, вторая лимитка — это будут ушки мышонка. Ну что же, напомню еще раз, чтобы один раз прокрутить колесо, нам нужны 500 билетов, которые мы сейчас с вами будем собирать. Для этого нажимаем вот эту кнопочку и телепортируемся обратно в наш мир, где мы будем искать эти билеты. Итак, ребят, у нас эта игра заключается в том, что мы разбиваем пиньяты и собираем там очки и прокачиваемся. Так вот, чтобы собрать билеты, мы должны разбивать пиньяту в форме гитары. Вот такой, смотрите. Я разбиваю ее, и мне падают билетики. Посмотрите, наверху написано, что я собрала 70 штук. И вот так, друзья, вы должны ходить по всей карте и разбивать. Ну, можно немножечко прокачаться в этой игре, потому что здесь можно открыть новые миры, и там будет больше этих пиньят в форме гитар. Чтобы открыть новые миры, посмотрите, вот тут будет стоять такой тотем, и на каждом тотеме будет написано, какие наклеечки вы должны собрать. Вот таких пупсов 120 штук надо собрать, вот таких 85 и так далее. А еще смотрите, тут написано, в каких яичках они находятся. А чтобы собрать эти наклеечки, вы должны взять вот такой сачок для бабочек и искать бегающие яички. Посмотрите, они от вас убегают, вы начинаете их ловить. И смотрите, вот так вот нажимаете, нажимаете на них, и от них отскакивают наклейки. Вы получаете какого-нибудь питомца, которого можно потом экипировать, и он вам будет давать силу. Этого питомца еще нужно будет купить за конфетки сначала, а конфетки нам выдаются за то, что мы разбиваем пиньяты, вообще любые. Ну, в общем, я надеюсь, все понятно. Ну что ж, друзья, я желаю вам удачи, не забудьте поставить лайкосик и подписаться с колокольчиком, чтобы не пропускать мои новые видосики. Ну а с вами была Руди, канал Кексович. Всем удачи, всем пока-пока.